Красноярск пришла зима. Сегодня ночью в городе выпал первый снег. А где первый снег, там и традиционные проблемы на дорогах. Из-за пробок рано утром резко взлетели цены на такси. Например, с улицы Горького до Копылова можно было уехать по тарифу от 300 рублей. И, конечно, с первым снегом начались и очереди в шиномонтажных мастерских. Многие автомобилисты заранее не задумываются о смене резины и делают это в последний момент. Отсюда большой спрос, говорят шиномонтажники. Много уже обращений. К тебе было? Да, да, да. Ну, в субботу в день, наверное, машин по 30, по 40 едет за смену. Как всегда, нормально. А как бы вы посоветовали, когда лучше обращаться, чтобы не стоять в очередях? Даже не знаю. Ну, лучше пораньше, до снега. Чтобы, когда снег выпадет, уже переработки были. Чтобы поменять на своем автомобиле летнюю резину на зимнюю, в шиномонтажной мастерской придется заплатить минимум 1000 рублей. И далее цена поднимается в зависимости от машины и размера колес. Работники шиномонтажных станций советуют записываться заранее или же придется стоять в очереди по несколько часов.